Когда есть имя человека уже конкретно готово, это мужчина или девушка? Девушка. Девушка? Опа. Это я. Ничего себе, красавец. А девушка знает? Нет. Тоже не знает? Кто хочет стать такой девушкой? Можно. Не все хотят. Но есть желающие. Итак, как зовут ее? Меня зовут Юлия Акчурина. Приглашаю тебя на сцену. Юлия Акчурина, давайте поаплодируем, друзья. Юля, вот теперь музыку можно. Юля, где она? Это вы, Юля? Ух, я тоже такой чек вручил бы Юле. Но у меня нет такого чека. Громче, громче поаплодируйте. Юля, вы знаете этого человека? Как вы сказали, вы заслужили такой чек? Ну, в общем, у него есть какие-то слова для вас. Очень долго ждал этот день. Волнуюсь, конечно. Мы с тобой! Вы все моя большая семья. A los dos. Поздравляю вас обоих. Si no hay un mínimo de 25 años, el bono será retirado.
Если вы 25 лет не продержитесь, бонус отнимем. Yo pienso estar 50 años en cuesta. Я собираюсь проработать в кресле 50 лет. Voy a estar para vigilarte. Я там буду хотя бы ради того, чтобы следить за вами. И 3000 personas que son testigos. И посмотрите, сколько у нас свидетелей, 3000 человек. Еще раз поздравляю. Сейчас мы попрощаемся. Cuarta academia. И закончим наш четвертый обучающий курс. No sabía que ustedes en Rusia piden amargo para endulzar con un beso. Я не знал, что вы в России кричите горько для того, чтобы подсластить жизнь. Me ha parecido muy bonito. Creo que en España deberemos adoptar algo así también. Мне показалась это очень красивая традиция, и я думаю, что мы должны ее перенять у вас. Son muchas las cosas que debemos aprender de un magnífico pueblo como es el pueblo ruso. Еще очень много всяких замечательных вещей мы можем узнать и научиться у такого народа, как русский народ. Enhorabuena, sigan siendo un ejemplo de trabajo, de responsabilidad y de profesionalidad. И в добрый путь, и продолжайте профессионально и ответственно работать и выполнять свою работу. Nos vemos en la promotion, en un barco. Мы с вами увидимся на корабле, на нашем курсе продвижения. Y invitamos, por supuesto, Cuestra invita también a la novia. И Cuestra приглашает сама la novia. El novio ya por derecho. И мы приглашаем также невесту. Женихом или без? Уточните. Да, мне уточнили, после Эммануэля сказал, что он должен идти по праву. Pregunto, ¿por qué solo la novia? Но наш агент, он пойдет, конечно. Yo invito, que soy el presidente de la compañía, a la novia. И я, как президент компании, приглашаю невесту. Bueno, gracias. Les veo muy pronto. Por favor, no olviden que seguimos en Cuesta World caminando y haciendo futuro. Y мы скоро с вами увидимся. И не забывайте, что вместе с Cuesta World вы делаете будущее. Спасибо. До свидания. До новых встреч, друзья! Верочка! Я тебя...